гербы показываем. Единственное, что там нужно пояснить, там есть несколько слов на тарабарском языке, которые я лично считаю либо фарси, либо дари, так и не знаю. Примерно звучит так: «Буру-бур-хай, шурави, иншалла». Когда я однажды специалисту нашему военному разведчику одному показал, так сказать, эти слова, он долго крутил головой, потом говорит: вообще смысл понять можно, но это, мягко говоря, из-за разных диалектов, но это, говорит, точно мягко говоря. Но, а вообще это означает, что вы знали примерно там «Счастливого пути, советский солдат, так угодно Аллах». Кабулом восходит звезда, хлопает модули дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Крик муэдзинов и мат часовых, чётки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, сердце осталось в Кабуле. Шурави, иншалла, девушка мне говорила, два наших сердца навек погребла в дороге Амане могила. Пусть над Кабулом сгорят смои, в небо полят и на верте. Вы победили, родные мои, я сохранил свое сердце. Ночь над Кабулом восходит звезда, хлопает в модуле дверца. Разве я мог не вернуться туда, где похоронено сердце?